Какой грозный кот все-таки. А знаешь, куда я, малыш, пойду? Стрелять с пневматики. Прикинь, хочешь со мной? Как вы думаете, мой прикид похож на милитаристический? Доброго времени суток, дамы и господа. Предыдущий видос, в котором я рассказывал о цели своего задания, не записался от слова совсем. Записываю второй раз. Вот, значит, я планирую пострелять около бывшего отеля для наркоманов, заброшенного ныне. Вот, для этого я взял с собой пару банок пустых алюминиевых, как мишени, три мишени картонные, и планировал купить еще пару-тройку дешевого пива, закрытые мишени, то есть закрытые алюминиевые банки. Но не судьба, я забыл деньги дома. Вот так вот. Как вы могли только что видеть, был социализм, после него остались построечки, в этих построечках обосновался капитализм со своей кока-колой, а теперь уже и нету кока-колы. Все течет, все меняется. Проходная авиационного завода, а вон там вон больничка. Там стоят какие-то машинки. Кто-то решил проканутся там. Пойду посмотрю. Здесь будет музыка Ханса Зиммера. Походу, это на не подойду, все заросло. Прискорбно. А чечи? Выходные, входные. Выходное, входное. Сказать муж, что хочет. Интересный вопрос. Расшибет ли баллончик пистолет? Сейчас мы проверим. Попал. Ой.
видеть, потому что на нем не фокусируется, блин. Покоцан, но не пробит нисколечки. Попробовал выстрелить по банке, по бутылке Жигулевского, но она, походу, бронированная или закрытая, хер пойми, поднимать не хочу, хоть бы хуй. В общем, сталкер С-17 не пробивает закрытую банку Жигулевского, бутылку. Ну что, я думаю, дамы и господа, очередную вылазку и тестирование сталкера 17 Глока можно считать завершенным.